Упражнение 195. Поезд на магнитной подвеске или на магнитной подушке. Маглев. Прототипом, естественно, является обычная железнодорожная пара. Ну и упражнение номер один. Нужно определить все те приемы, которые позволили создать это техническое решение. Упражнение номер два. Нужно описать все функции, которые вы здесь обнаружите, для того, чтобы получить электронный паспорт на языке функций. В упражнении номер три нужно зафиксировать все ресурсы, которые понадобились для создания этого изобретения. А в упражнении номер четыре традиционно назвать недостатки, устранение которых вызвало к жизни изучаемое нами изобретение.